Я должен быстрое движение, вот такое показывать, видите? И он сразу будет реагировать на него. И после этого точно так же техника. То есть я взял за ногу и техника перевода. Техника перевода может быть разная. То есть можно взять за пояс, увести оппонента сюда. Как сделать так, чтобы противник сдался в максимально короткие сроки? Этой технике учат спортивные секции грэпплинга. Как вид боевого искусства, грэпплинг появился относительно недавно. В Казахстане он существует около 5 лет. Грэпплинг соединил в себе наиболее эффективные техники бразильского джиу-джитсу, вольной борьбы, боевого самбо и дзюдо. По приглашению Федерации смешанных единоборств панкратиона и грэпплинга в Шымкент с мастер-классом приехал обладатель коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, чемпион мира по грэпплингу Канат Алин. Любой вид спорта, он является воспитательным форматом. Главное, чтобы отвлечь детей, так скажем, подрастающее поколение от негативных последствий улицы. Понятно, что дети у нас стремятся более каких-то пассивным видам деятельности. Они, как мы знаем, больше любят играть в компьютеры, в айпады смотрят и так далее. Вот. Наша задача, чтобы отвлечь детей от, ну, так скажем, не совсем активных видов деятельности, привлечь именно к спорту. Жизбай Кайсар занимается грэпплингом несколько лет. Не так давно парень вернулся с медалью после чемпионата мира среди кадетов по грэпплингу, который проходил в Москве. Жизбай завоевал там бронзу. Мне нравится грэпплинг тем, что в этом виде спорта разрешены различные приемы, удары ногами, руками, различные обманные движения. Стремиться и развиваться всегда есть куда, поэтому я буду стараться стать еще лучше. На сегодняшний день в копилке Казахстана по грэпплингу 2 серебряных и 6 бронзовых медалей с чемпионатов мира. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату Казахстана, который пройдет в конце марта в Караганде. А наш город был выбран местом проведения Кубка Казахстана по грэпплингу в ноябре этого года. Этот вид спорта сейчас не входит в программу Олимпийских игр, но, как надеются спортсмены, только пока.